Привет, друзья! Сегодня пришла ко мне посылка из Китая с гаджетами для кухни. Я ее уже предварительно распаковал. Была она упакована вот в таком пакете. Значит, сама посылка вот она. Сейчас мы будем рассматривать подробно, что в ней. Ну и так, первое у нас здесь это вот такая вот точилочка. Сейчас мы ее распакуем. Вот такая точилочка. На присосочке. Давайте мы ее проверим, как она держится. Опа! Все. Ее не оторвешь. Так. Можно будет попробовать сейчас поточить ножик. Ну, по звуку слышно, что она работает. Да, и кстати, нож тоже точится. И стоит она, вот эта точилочка, 96 центов. Значит, полностью я весь этот пакет покупал у одного продавца, используя кэшбэк, минус 7,5%. Так, все ссылочки на товар будут под видео. Итак, приступим дальше. Следующее у нас вот такая вот чистилка для рыбы. Давайте ее посмотрим поближе. Имеет она вот такой вот бокс, в котором собирается шелуха. Сама чистилочка. Ага, здесь еще какой-то ножичек есть. Это, например, вспороть брюхо. Значит, стоит такая штуковина 1 доллар 0,9 центов. Так, следующее у нас вот такая вот картофелечистка, стоит меньше доллара, 92 или 96 центов. Значит, имеет она керамический ножик. Сейчас мы попробуем на чем-нибудь ее опробовать. Ну так, нашел я морковочку, давайте попробуем ее почистить. Очень легко снимает. Без никаких затруднений. Вот мы почистили уже морковку. Напомню, данный девайс стоит меньше доллара. И факт, что он затупится, маловероятен, то, что тут керамическая вставка стоит. Так, сейчас мы уберем все и поедем дальше. Итак, следующее у нас вот такие вот мерные ложечки. Сейчас мы их распакуем. Так, здесь одна 15 мл, одна 7,5, 5 мл, 2,5 мл, 1,65 мл и 1,25 мл. Ну, данные ложечки пригодятся, думаю, хозяйке, которая делает разные рецепты. Следующая у нас вот такая вот штука стейков. Значит, для чего она нужна? Значит, берем кусок мяса, если мы собирались, допустим, делать отбивные, можно будет отбить вот этой штучкой. Ну, я думаю, стейки будет ей хорошо делать. Будут они прожариваться. Ну, это надо будет испытать. Но вот эта данная штучка стоит 1 доллар 80 центов. Итак, поехали дальше. Так, вот такая вот штучка еще. Это для вынимание сердцевины из яблок, груш. Ну, у меня сейчас нету такого, чтобы показать. Ну, видно, что здесь остренькие такие вот зазубринки, зубья. А то ли она вырезается. Но это надо пробовать. Ну, вот такая штучка тоже в районе доллар 12 центов стоит. Так, поехали дальше. Вот такая у нас еще есть вещь. Это у нас, наверное, чесночница. Чесночница, это, наверное, сюда помещается чеснок, вставляется и задавливается. Ну, не знаю, наверное, тоже удобно. Ну, в районе доллара все стоит. Но по качеству пластмасса тут хорошая. Так, поехали дальше. Следующая у нас вот такая вот
такие вот щипцы, держатели. Так, они тут завязаны. Сейчас мы их раскроем. Так, ну это щипцы, я так понял, чтобы сюда вот так ложить. То ли это будет картошка, то ли еще что-то. И нарезается на такие вот кусочки. Не знаю, нужна она вещь, ну или нет. Смотреть вам. Так, следующее у нас. Это вот такая вот вещь. Вот видно картинка. Для нарезки лука, шинкования. Чтобы не пораниться. Надевается она на палец. Давайте мы ее откроем, посмотрим. Так. Не знаю, с чего она. Ну, это похоже получается вот так режешь. Ну, как бы и удобно. Уже не боишься, что порежешь палец. Вот такая вот вещь. Стоит она $1. Не знаю, дорого это или нет, но вроде бы должна быть удобная для кухни. Так, следующее у нас тоже вот такой вот держатель для шинковки. Опять это мы надеваем лук или что-то, то, что нужно нам нашинковать. Ну, скорее всего, что, допустим, мы лук одели и ножом прорезаем его. Вот. Но это тоже надо будет испытывать. Тоже стоит в районе $1. Напомню, ссылочки на все товары будут под видео. Так, и последнее у нас. Это вот такая вот терочка. Чесночница, так называемая. Это закладывается сюда чесночок. Одевается крышечка. И шинкуется. Ну, как бы тоже вещь полезная для кухни. Так, ну и что у нас? Так, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите. Всем пока-пока.